Привет, ребята! Вы на канале София ТВ, и мы открываем вот такую коробку. Да. Книга, да? Здесь не... там, где звездочки, там и снимать. Книжка. Лискунчик и мальчик. Тут есть? Нет, нема. Здесь нема. Тут есть девочка, нема. Девочка есть. Вот как... где вот такая девочка, там и снимать. Давай посмотрим, что далее. Так, вот это вот что? Маску, наверное, нужно делать. Да, вот это две маски можно сделать. Да, одну, да. Одну Алиса, одну Букву. Вот еще наклеечки. Вау, смотри, сколько наклеек. Ого, сколько. А, вот это можно на браслет. Где ты браслет? Вот здесь можно, а вот где-то еще. Вот такое. А это что? Да. Что будем с початком? Давай посмотрим. Инструкция. Да. Вітаємо, друже! Тебе з'явився Сліва Бокс. Тепер впродовж кількох місяців ти будеш отримати новий бокс з казкою. Що всередині? Улюблена казка з ілюстраціями. Браслет з вавпіном. Вавпін є. Вот он. Розмальовка з доповненою реальністю. Тому що ми вже бачили. Красиво, красиво. Здесь ви почте. Дві маски, одна і друга. Дві маски зроби сам. А як нам зробити? Там є що, як робити? Додаткові сюрпризи, подивись, що там. Силіконовий браслет входить до першого боксу у кожному кварталі. З чого почати? Завантаж. Де планшет? Тут написано на телефон, а у нас на планшет. Да? Да. Так, книжку влач. Давай. Вона пока що захоже. Окей. Так. Спочатку тут, давай. Да, посмотрим. Загрузка, загрузка, загрузка. Загрузка. Да. Приветствую тебя. Меня зовут Щелкунчик. Я не испугал тебя. А знаешь, я ведь не всегда был таким. Когда-то я был знаешь кем? О, я обо всем тебе поведаю. Но сейчас я спешу. Мне нужно остановить мышиного короля. И я надеюсь на твою помощь. Скорей открывай книгу. Я буду ждать тебя на страницах. Скорей открывай книгу. Смотри, оставься сегодня. Скорей открывай книгу. Я вас буду ждать. Это нужно все читать.
Да, вот это тоже. Вот это тоже. Вообще тут початку есть тут зайчиком у Лизы. Да. Ну, а тут початку должен быть. Зашла Лизы. Вот где-то. Еще раз. Оп-оп, игрушки, елка. Я не вижу. Оце, подумай. Да. Да. Или браслет сейчас попробуем? Давай браслет попробуем. Давай. Давай. Я пока что буду дубоцифер распаковывать, а ты будешь браслет сам распаковывать. Сегодня будем читать эту книгу, когда будем ложиться спать, да? Да. Но сегодня еще мы ее посмотрим. Конечно. Потому что мы еще ее не всю посмотрели. Да. Вот это тоже или там, где звездочка? Да? Там. Вот здесь. Ратлз, вы спасены. Орех-крокотук у меня. Только вот я не помню, где он. Поищем? Найти орех.